Но самое главное, сначала я всегда прошу встать просто в хоккейную посадку. Дети встают. Кто так? Кто как-то так? Просто в хоккейную посадку. Встали все. Настоящую хоккейную. Ниже. Да, еще ниже. Вот. Естественно, хоккеист не катается так практически никогда. Но нам создает это что? Мы формируем угол в коленном суставе. Спину держим прямой, клюшка на льду. И смотрим вперед. Как ее сформировать? Самым простым упражнением, которым я пользуюсь, да? Положить клюшку вниз. Положили. Теперь мы спину разгибаем, а в коленях движения не делаем. И остаемся. Видите? Они все сидят низко. Вот так они и должны сидеть. Только не на двух, а на одной ноге поочередно. И делайте просто движение. Опустили, подняли. Опустили, подняли. Опустили, подняли. Опустили, оп, в хоккейную встали. Другая сторона. Опустили, в стойку. Опустили, в стойку. Опустили, в стойку. И вот остались. Вы в хоккейной стойке. Учите обязательно своих ребят стоять и сидеть, вернее, ниже. Теперь, хоккеист, естественно, он не катается на двух коньках практически никогда. Он всегда стоит на одной ноге. И он также катается, получается, либо на внутреннем лезвии, стороне лезвия, да, такие движения, либо на внешнем. То есть вот, внешнее лезвие конька. То же самое здесь, просто сначала дайте им возможность вот постоять на внутреннем лезвии конька. Ребят, встали на внутреннее. Просто, чтобы они почувствовали движение в голеностопном суставе. Вот, на внутреннем. Именно на внутреннем. Дань, ты сейчас на внешнем катаешься. Вот так. Потом наоборот, на внешнем. Вот. Чтобы они поняли, как у них голеностоп работает. Потому что если вы начнете их сразу там какие-то упражнения дикие давать, ну банально можно травму даже просто его сломать. Встали. Теперь клюшка перед собой. Начинаем потихоньку садиться вниз. Просто в хоккейную. То есть это сделать просто для начала. Оп, и сели. Сидите. Теперь клюшку вверх. Сейчас будет сложнее уже. И опускаемся туда вниз. Опускаемся, клюшка над головой, как можно ниже. Вот и сели туда. Посидели. Теперь внешнее лезвие и то же самое туда вниз. То есть на внешнем стороне лезвия туда вниз опускаемся. Теперь коснулись льда клюшкой. Раз, два, раз, два. Встали. То есть все это делается для того, чтобы посадить человека туда вниз. Чтобы он внизу хорошо работал, чтобы объем движения был в суставах. Теперь делаем клюшка вперед, выпад назад. И остаемся в хоккейной стойке. Оп, назад, в хоккейную всегда. Возвращаемся. Поехали. Работаем. Вот здесь задача именно не вставать, а возвращаться в хоккейную стойку с этого выпада. Все, вот так они работают. Теперь делаем опять же. Раз у вас пауза, я покажу. Встаете в стойку. Вы начинаете делать перекат, переносить тело и уводить клюшку. Вот. Вот это уже ближе к хоккею, да? Хоккеист много работает в таких положениях. То есть вправо, влево, вправо, влево. Опять же заставляете хоккеиста смотреть вперед. Обязательно, чтобы у него клюшка спокойно здесь переходила. Следите за тем, чтобы клюшка была не длинная. Она не должна застревать вот здесь, при этих перекатах, при всех. То есть вот. Вот они работают, делают перекаты. Маля, клюшку, или ты не можешь развернуть? Вот, и туда, вот так же. Да. Все это потом будет в динамике, в движении. Хорош. Немножко еще добавить динамики движения, уже этот перекат с толчком. То есть делайте толчок, оп. Поехали.
Хорош. То есть вот этим даже хотя бы небольшим арсеналом вы уже можете сформировать именно правильную стойку. Только вы должны постоянно следить за тем, чтобы угол был приближенный к 90 градусов. Сейчас дополнительно уже, чтобы начать движение в голеностопном суставе, чтобы был баланс определенный и устойчивость на одной ноге. Подключаем простое упражнение. Сначала хоккейные встали, ногу подтянули, встали, подтянули. И вот пошла работа. Сделали, допустим, по 10 раз на одну ногу, поменяли на другую ногу. В зависимости от уровня. То есть с чего-то начинать нужно. Вы можете их просто поставить для начала без шайбы, естественно. Если они вообще не умеют кататься, это уже нет. Теперь небольшое уже усложнение. Хоккейный шаг. И шайба потом заводится сюда. И обратите внимание, голеностоп, насколько объем движения у меня. То есть довольно-таки далеко. Раз, два, раз, два. Вот далеко, то есть нога не здесь, вот застревает, а уводится туда, дальше. Дань, сделай. Вот полностью нога, вот шикарная вообще техника, видите? Устойчивость на одной ноге, и на работу голеностопа идет. То есть вот так можно позаниматься какое-то время. Вот то же самое, все хорошо. То есть это, в принципе, стоя, размяться, сформировать стойку и так далее. Теперь уже начнем работать над голеностопом в движении. Давайте сюда шайбы. Первое. Все знаете фонарики. Но теперь фонарики идите сюда, пацаны. У вас задача с фонаря и сделать движение голеностоп с фонаря. То есть обязательно акцент делается на том, чтобы здесь голеностоп ушел на внешнюю сторону лезвия конька. Вот здесь вот. Оп, и широко. Оп, и широко. Поехали. Видите, у них обязательно лезвие, когда коньки сводятся вместе, подворачивается внутрь. Идет объем движения в голеностопном суставе. Назад. Классический? Нет. Классический делают как? Вот. Раз. Теперь то же самое, но уже усложняем. Ребят, сейчас по линии начнете делать. Идет фонарь и уже скрест за линию. Фонарь, скрест за линию. Фонарь, скрест за линию. Фонарь. То есть опять же движение идет, большой объем движения, как в голеностопном, так и в тазобедренном суставе. Можно ставить шайбы, чтобы они выводили и вокруг шайбы. Оп, оп. Можно сделать это с разворота. Когда он делает разворот резкий, оп, и сведение. Разворот и сведение. То есть вариантов много. Задача, одна нога всегда на линии, вторая делает толчок и делает скрест. Получается у вас толкнулись, скрест, толкнулись, скрест, толкнулись, скрест, толкнулись, скрест. При этом нога толчковая не отрывается от льда. Поехали. Толчковая не отрывается. Опорная нога всегда на линии. Естественно, на одной ноге, на другой ноге. Сейчас просто не будем тратить, чтобы они показывали на двух ногах. Сейчас потихоньку добавляем динамики, добавляем скорости, добавляем сложности. А задача — ставите ноги вместе. За счет движения только голеностопного сустава начинаете двигаться. Поехали. То есть именно голеностоп, именно ноги вместе и поехали сразу же. Ноги, задача, не разъединялись, чтобы. Но по большому счету тут не принципиально, как держать. Можно держать так, можно держать так. Акцента какого-то нет. По крайней мере, я в этих упражнениях акцента конкретного на клюшку не делаю. Сами видите, кто-то держит так, кто-то держит так.
Еще одно. Носок к пятке. И движение получается вот. Друг за другом. То есть носок за пяткой, носок за пяткой. Именно чтобы голеностоп работал. Вот видите, как у него голеностоп, особенно задняя нога, прям вправо-влево, вправо-влево. Это обязательно нужно для техники катания, для объема движения. Сейчас я вам уже покажу, для чего конкретно в игре уже, да? То есть понятно, так вы не катаетесь в игре, но что в игре есть? Резкая смена направления. Обратите внимание, вот нога, да, опорная, когда мы поворот делаем, у нас голеностоп. Все лезвие стоит на льду при этом и широко. Если не будет движения, если вы останетесь вот так, то, как правило, у вас вот такая вот стойка получится на повороте. Неустойчивые. Любой толчок, любое движение, вы упали. Когда у вас... Кто вас собьет? То есть без разницы, ты подъехал в таком движении, да, оп. Тебя не собьешь. Вот. Резкая смена направления сюда. Оп. Поехали, ребят, по линии. Главное не вставать на пятку при повороте. Полностью на лезвие. Никола, аккуратней. То есть понятно, да, что мы, для чего все это делается? Для того, чтобы потом при резком смене направления у вас голеностоп, как объем движения мог сделать? Так для того, чтобы он был крепким и сильным, чтобы вы, если вдруг что-то, какая-то трещина, вы просто-напросто ногу себе не сломали. Но при этом не боялись делать вот эти все движения. Спокойно, вот. Сейчас. Это уже как развивающее будет упражнение. Ваша задача. Вы встаете. Просто встали на лезвие конька и за счет движения в голеностопном суставе начинаете двигаться вперед. Уже самому не получается. Именно в основном за счет голеностопа, не за счет колена. За счет голеностопного сустава, то есть право, лево, право, лево, право, лево. Потом то же самое, сейчас ребята уже не буду заставлять показывать, просто сам покажу. Делать то же самое, но уже с акцентом на коленный сустав, чтобы был выжим. Вы начинаете уже движение с приседания вправо, лево. Право, лево, право, лево, право, лево. Естественно, на двух ногах. И последнее сейчас уже сделайте с шайбой. Опять же, если у вас не будет движения в голеностопном суставе, вы упражнение просто не сделаете. Шайба на коньке. И пошло движение вперед. То есть, в принципе, ребята в 8 лет, в 9 лет, кто занимается, кто готовится, спокойно это все делают. Вот в Ярославле есть программа, составленная канадскими специалистами, двумя, там расписан каждый день тренировки. Все эти упражнения на катание, по большому счету, начинаются практически с первых дней. Как только они научились стоять на коньках правильно, все, пошло катание. Естественно, сразу же не шайбой они катаются, да, а вот эти вот лодочки все с креста и так далее. А потом уже все выше, выше, труднее, труднее. Она у них расписана от, по-моему, 6 лет и до 16. Полностью, каждый день расписана. Сейчас, что мы сделаем? Сейчас мы отработаем катание на внутренней стороне лезвия конька и на внешней. То есть относительно простые упражнения. Задача будет в основном вот именно кататься на одном коньке. Хоккеист на двух коньках практически не катается, у него всегда...
либо на одной ноге, либо на другой, какие-то перекаты и так далее и тому подобное. Давайте, ребят, вес по чистому льду, по центру, без шай поставили. Первое на внутренней стороне лезвия конька, простое. Раз и поехали. Поехали, поехали. Дань, хорош, давай сюда. Чтобы усложнить и посадить человека еще ниже. То есть добавляют с касанием руки, можно на локоть и так далее. Понятно, опять же, от уровня подготовки спортсмена. То есть начинается. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Поехали. То есть делается для того, чтобы на максимальной скорости угол уже другой должен быть. А устойчивость должна оставаться. Сейчас то же самое сделаем, но спиной вперед. Это очень важно, потому что у хоккеиста много отработок назад, много перекатов. Когда он, допустим, делает какой-то загон, да, в оборону. Лоб остался и должен проехаться. Не делать движения, но при этом катиться. Чтобы энергозатраты были минимальные, а при этом оставалось движение. То есть и получается у вас. Поехали. Сейчас еще усложняем, опять же, внутреннее лезвие конька. Уже задача, оп, сделать резкий разворот. То есть скорость уже выше. Поехали. Скорость выше, нужно удержаться. Удержаться и сесть ниже. Сейчас, допустим, классический пример, где это может произойти в игре, да? Нападающий, когда делает скидку, вот, в угол сюда, оп, он готов уже. То есть понятно, да, он ушел, сбросил, и вот, сразу же он готов к игре. Быстро и резко. Еще раз, на внутреннем лезвии уже еще сложнее. И встает сразу же на одну ногу. Разворот, разворот, разворот. Разворот, разворот, разворот. Тут уже и координация, и баланс, и техника. Это уже довольно-таки хорошее упражнение. Только задача делать его нужно без прыжка. Плавно перекатываться. И сейчас последнее, что мы сделаем на внутреннюю сторону, это уже то же самое, но уже на колени, чтобы вообще низко садились. То есть начинается движение, все то же самое. На колени, разворот. Сели на колено, разворот. 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 Поехали! Без переходов, без переходов, Дань, сразу же! Сразу же встаем. Оп! Да! То есть именно за счет одного движения. Сейчас прокатимся уже на внешнем лезвии конька.
крест. Короткий довольно-таки. То есть на внутренней стороне лезвия уже. Поехали! Ты уж так ногу не заноси. Чтобы вот скольжение было. Сейчас опять же усложняем уже. С касанием рукой. Получается. То есть понятно, здесь уже сложнее, здесь угол меньше. Сейчас то же самое прокатимся спиной на внешней стороне. То есть когда спиной вы встаете, делаете скрест. Раз, два, раз, два, раз, два. И в конце быстрее, 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 быстрее. Естественно, все это насчет быстрее, 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 когда у вас люди готовы уже. Сейчас ребята вам покажут, как вот правильно опять же скользить. Как на внутренней стороне лезвия конька, так на внешней стороне лезвия конька. Плюс еще, чтобы низко сидеть при этом. По большому счету, относительно простое упражнение, но главное делать правильно, при этом, чтобы стараться, чтобы лед не хрустел еще. То есть, хоккеисты разгоняются, встают. Видите, нет хруста. Не хрустит лед практически. Вот, чуть-чуть захрустел в конце. Вот этого быть не должно. Даня, ниже, ниже попробуй, ноги шире. Вот так он будет устойчивый именно. Ножки не вместе, ноги широко. То есть, понятно, это можете делать практически с любым возрастом, начинать, когда они уже катаются, в принципе. То же самое, да, можно делать и спиной вперед. Хорош, Маль. То же самое, спиной вперед. Прямо встаем. Оба, поехали. Сюда, встали. Не будете показывать, сейчас не надо. А потом уже, когда они уже все это научатся, чтобы скольжение было уже практически на одной ноге, на одном колене. Вы заходите в поворот, на колено встали, вышли сюда, на колено встали, вышли сюда. Давайте по разику. Вот сейчас ребята, это высшая лига, делают тоже так еще. Видите, даже стесняются делать, но делают. Они должны уже этим владеть вообще без и в идеале. Получается, ты садишься, а этой ногой ты упираешься, то есть вот. Грубо говоря, вот. Понятно? Вот. Можешь кататься вот так. Сейчас последнее, что на кругах покажем. Всем известный кораблик. Кто-то его делает, там кто-то не делает. Но я считаю, в принципе, это обязательное упражнение, которое хоккеист должен уметь делать. То есть, когда вы встаете, и поехали у вас перекаты.
Да, и то же самое в эту сторону. Давайте по разочку. Потом, когда вы уже увидите у своих хоккеистов, что у них сформировалось там, есть объем движения в голеностопе, они уже довольно-таки низко сидят, да? Хорошо делают все эти перекаты лицом, спиной. Уже можно добавлять им такую координацию, то есть сложно-координационные упражнения. Естественно, добавлять скорости. Потому что конечный этап всегда практически все сделать на максимальной скорости. Потому что хоккей требует максимальных скоростей. Делать все на максимальной скорости, а при этом затрачивать как можно меньше сил. Вот самая главная задача правильного катания. Сейчас упражнения, они начинают работать по радиусу с перебежкой. В сторону спиной, перекат, опять с перебежкой. В сторону спиной, перекат, опять с перебежкой. В сторону спиной, перекат, опять с перебежкой. Одно движение. Со спины одно. Оп, перекат. Вот, Маля, с одним. Одно и пошел. Вот здесь акцент должен делаться на то вот упражнение, чтобы они одним движением затормозили. Один перекат, и отсюда уже пошла перебежка. Затормозили, перекат и перебежка. Чтобы не было вот такого. Чтобы они не семенили, а именно два движения, и ты поехал в другую сторону, скорость не потерял при этом. Сейчас то же самое, лицом идет набор скорости. И резкий разворот и на ногу поехали. Перекат сюда. Перекат. Поехали. Естественно, в то и другое, в две стороны. То есть мы не сделали сейчас на вторую ногу то же самое. Стоять! Молочь, молочь. Сейчас опять же, уже сами, да, может быть, додумали, сейчас направленность, по большому счету, чтобы перебежку быстро делать с этих неудобных разворотов и перебежкой набирать, и делать это внизу, и технично. Сейчас еще сложнее. То есть также начинаем все с перебежки, потом на спину, на лицо, на спину. Здесь делаем неудобный разворот, и отсюда перебежка. Спина, лицо, спина, разворот и перебежка. Спина, лицо, спина, разворот и перебежка. Можно делать это для начала медленно. То есть делать спина, лицо, спина. Разворот и пошел. В таком темпе для начала. Ясно? Поехали! Шире, шире ноги, Дань! Шире ноги чуть-чуть! А? По-разному. Кто-то его выворачивает, кто-то не выворачивает. Знаете, я честно скажу, вот в этих упражнениях не ставлю. Вот сейчас будет там упражнение бабочка, там будет задача, когда стойку объезжает, чтобы у него клюшка обязательно была вот так,
А тут вот так. Тут самое главное, чтобы она у них вот здесь не болталась. Один держит так, другой переносит ее так. Можно ставить задачу, тут не проблема. Я сейчас их задача, чтобы они плавали, именно ноги ставили. Естественно, клюшку, она не должна болтаться, черт знает где. Сейчас последнее, то, что на кругах сделаем. То же самое, но уже акцент спина. То есть перебежка спиной. Здесь лицо, спина, лицо. Разворот и пошли. Лицо, спина, лицо, разворот. Лицо, спина, лицо, разворот. Конечно, не сделают 8 лет. Нет, это уже, но в 12 лет. Они должны это элементарно щелкать. Если будете тренироваться, сделают. Да, так про это? Нет. Естественно, нет. Надо начинать постепенно. С чему тренировка построена? Стойка. Движение в голеностопе. Потихоньку, помаленьку. Вот сейчас акцент всех упражнений будет направлен уже на то, чтобы все делать максимально быстро. Максимально быстрое движение ног. Максимально выжимные движения, именно мощные. То есть для чего мы в зале все это и делаем? Мы готовим ноги для того, чтобы здесь все это делать спокойно, быстро, уверенно и при этом как можно меньше уставать. Вот здесь акцент, кстати, вот на руки будет, именно здесь. Сейчас бабочку. Получается все изнутри, парни. Спина, перекат, лицо. Уехали сюда. Спина, перекат, лицо. Спина, перекат, лицо. Вот здесь акцент именно, чтобы клюшка всегда ходила, как вы с шайбой делаете. Квартально. Поехал. Маля, шайбы сделай. Сейчас сделает шайбы уже. Хорош. Артем, не надо. То есть вот здесь понятно, для чего клюшка, да? Если у тебя клюшка при перекате, где будет здесь где-то болтаться, ты в игровом моменте, у тебя шайба просто уйдет. Поэтому здесь обязательно с клюшкой нужно делать. Сейчас задача будет уже у хоккеиста делать взрывы короткие. Вот что мы делали там, на лестнике долбили ногами, взрывы сделали. Все это переносится на лед. Классический крест. Многие, наверное, знаете, что это такое, но он сейчас еще покажет. То есть все, без перекатов, чисто. Да? Поехал. Вперед. Опа, сюда. То есть хорошая и работа над быстротой, и над координацией. И естественно, если это будет много делать, это функциональная подготовка, шикарная, потому что упражнение довольно-таки такое сложное. Сейчас задача будет уже немножко другая. Взрываться именно спиной, плюс еще на координацию делать неудобный разворот. То есть что получается? Идет взрыв, тормоз, работа спиной, разворот, взрыв, тормоз, разворот, взрыв, тормоз, разворот. Потому что тяжелое упражнение, тут нужно взрываться реально. Давай, Дань, твоя очередь. И здесь тоже за клюшкой на развороте. Вот. Клюшку, клюшку. Вот здесь на развороте тоже важно, вот здесь, чтобы клюшка не болталась за. Когда вы едете, чтобы не было вот такого. Чтобы клюшка была как при контроле шайбы. Сделал и поехал. Тогда вы не упадете. Если поедете на прямых ногах,
то, скорее всего, просто улетите. Маля, у тебя сейчас лицом. Когда ты делаешь улитку, здесь улитка, и пошел перекат. Поехал. Хорош. То есть вот здесь как раз вот упражнение простое, да? Но здесь в нем все составляющие вот этих подводящих упражнений. И когда мы над голеностопом поворачивали вот этот резкий разворот, он как раз здесь и присутствует. Скорость большая, чтобы устоять на скорости. Вот так ноги должны быть. Если ноги будут вот так, все, упал. Если тебя еще толкнули, тем более упал, разбился. Обязательно на большой скорости. И все, вас не сбить тогда. Сейчас задача будет молотить ногами с продвижением вперед. Вправо-влево, вправо-влево. То есть, когда ты бомбишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опять же ноги. Не так, да? Не так, а только, когда вы устойчивы. Просто по 5 раз делай, все. Две ноги. Две ноги. Вот. Хорош. Вот он все равно узковато чуть делает, надо шире. Сейчас то же самое он сделает, только спиной вперед. Здесь задача будет акцент на то, чтобы при торможении на одну ногу зависать. Идет перекат. И вот. Вторая просто остается. О, здорово, здорово. Шикарно сделал практически. Как учат все тренеры. Профессиональные тренеры по силовому катанию, как нужно разворачиваться сейчас, чтобы быстрее это делать за одно движение. Вот меня в том числе учили всю жизнь разворачиваться как? Я еду спиной. Подставляешь ногу сюда, потом сюда, потом сюда. То есть еще раз показываю. Сначала левая уходит сюда, потом сюда, потом сюда. Три движения. Сейчас тенденция, чтобы делать все одно движение. Едете. Сразу же нога. Раз. Понятно? То есть поехали. Сразу же у вас нога. Оп. И поехали. То же самое с лица на спину. Если это несколько раз делать, получается, вы едете лицом. Спиной. Лицом. То есть уменьшить количество движений нужно. Валя. Вот до сюда спиной где-то. Сейчас вот Даня покажет, именно как вот разгон спиной на максимальной скорости, быстрый перекат на лицо. Спиной, как ты, да, вот ты встаешь, поехал отсюда, грубо говоря, разгоняешься. То есть все за счет одного движения. Одно движение ты лицом, одно движение ты спиной. Давай, Никол. Вам спасибо за работу. Можете шайбу взять, пока там дурака повалять. Я сейчас поговорю. У вас 5 минут есть. Можно вас сейчас попросить сесть сюда чуть поближе? Всех коллег. Наше занятие просто из 3 циклов, оно, в принципе, подошло к концу. Мы здесь на льду отработали, в принципе, вот все, да, что вы можете давать. И на начальном этапе подготовки, когда детей нужно просто научить правильно стоять. Потом потихоньку, чтобы их развивать.
правильно работал в голеностопном суставе, в тазобедренном суставе, чтобы посадка была низкая для того, чтобы можно было осуществлять мощный толчок. И потом, естественно, все увеличивать и в скорости, и в объеме, усложнять координацию, выходить на максимальную скорость. Это самое главное для льда. Все на максимальной скорости должно в конечном итоге делаться. А так, что могу сказать? Вам спасибо за внимание. Один совет. Несмотря на то, да, кто вас учит, у кого вы пытаетесь учиться, всегда пропускайте информацию через фильтр своих знаний и своей логики. Делайте что-то свое. Потому что любая копия, да, какой бы хорошей она ни была, это всегда копия, она хуже оригинала. Развивайтесь сами, пытайтесь развивать и учить кого-то другого. Потому что каждый из вас, я уверен, в чем-то разбирается лучше, чем я. Если я у вас научусь чему-то, я буду очень рад. Так что вам спасибо за внимание. Если увидимся снова. Все.